Впервые спустя 25 лет филателисты Беларуси, соседних Украины, Польши и России, а также Германии представили свое богатство на бумаге на областной филателистической выставке «Брест-995», посвященной первому упоминанию в летописях Древнего Берестья. Марки, почтовые карточки, казенные письма, штемпели и другие письменные материалы, изданные в разное время и в разных странах, были собраны в 53 уникальных коллекциях. Сегодняшняя выставка является своеобразным таким итогом, что ли, подведением результатов, чего мы добились, и возможностью показать нашим коллегам, а также жителям города, что такое филателия. Тематика бумажных экспонатов впечатляет. На одном стенде можно изучить историю царского дома Романовых, на другом попасть в мир атомной физики. Зачастую концепцию представленной коллекции автор выбирал, руководствуясь малоизученностью и уникальностью. К примеру, Леонид Тулин посвятил 45 лет коллекционированию марок с изображением Севера. Все собирали в всей жизни космос, животных и спорт. Надо было как-то найти другую тему. И мне в детстве отец подсказал, что вот есть такая тема — Арктика, Антарктида, наши ученые, путешественники. Давай будем собирать вот это. И я стал с тех пор собирать вот это. Эту тему. Принято считать, что филателия – увлечение, которое кануло в лету. И сегодня маловероятно встретить школьника или студента, собирающего марки. Однако история Анны Баюры, юного коллекционера, совершенно не вписывается в эти рамки. Девочке даже удалось увлечь филателией своего деда, который давно позабыл любимое хобби своей юности. Как ты решила собирать марки? Как к тебе такое решение пришло? Ты что-то увидела у кого-то, может быть, решила собирать или как? Да, потому что мне дедушка очень любит марки собирать. Вот я тоже решила очень... марки собирать. Получилось так, что, как многие моего поколения, в школьные годы коллекционировали почтовые марки. Потом от почтовых марок я перешел к монетам и значкам. И марки спокойно стояли в альбомах в книжном шкафу. А когда подросли внуки, я стал показывать свою коллекцию, в том числе и филателистическую, марки внукам и внучке. И внучка заинтересовалась. И у меня тоже такой ренессанс произошел, возрождение интереса к филателии. Областная филателистическая выставка продлится до 3 апреля. Поэтому у искушенных филателистов есть возможность в течение почти 2 недель найти среди тысяч марок редкий уникальный экспонат, а у начинающих окунуться в особый мир бумажных редкостей.